Человек молодой, в холостом звании. Недавно вышло из учения, трежного обучения. У него повыдерганы волосы на голове, хорошо учили. Сам он такой вполне хороший, положительный, с виду православный панк. У православного вероисповедания, но сердце у него растамание. Нам так кажется. Если технически, если с головой, можно сделать ларчик, ларчик заводной. Если человек ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Если технически, если с головой, можно сделать садик, садик заводной. В нем садовник ключик повернет, ветка закачается, птичка запоет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, ветка закачается, птичка запоет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, ветка закачается, птичка запоет. Но и технически с головой любовью не понять, как сердце движется любовью. Словно мастер ключик повернет, и оно волнуется, и оно поет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, сердце волнуется, сердце поет. Ша-ла-ла-ла-ла, и ключик повернет, стоишь, как будто видишь первый раз. Садик не забудь, как колодись алмаз. Прогони из дому, выйди за водой, из ларца, из дома.